День субботний, он оказался солнечным, та тоже сегодня гуляет на поводочке, он опять встретил на площадке друга Фореста, это наш Форест, эстонский гончий, папа правильно помнит, ну Татошу надо держать на коротком поводке, потому что Татоша с характером, Форест осторожно, Форест, он у нас добродушный, он у нас молодец, ничего, я держу. Татоша может рявкнуть, конечно, но нет уже, смотри-ка, признакомились, о, да вы молодцы, Татоша нельзя, это Форест. Все, молодец, а Форест у нас мастер-класс показывает, он мячики носит, ну, наверное, по крайней мере, бегает за мячиками, а приносит он их или нет, мы пока не видели. А вот оно, вот оно. Так, а там у нас что за девочка-то? Что там у нас за девочка? Будем знакомиться, мы, по-моему, уже тоже с ней знакомы, да? Как ее зовут-то, напомните? А? Мия? Мия, иди к нам крупным планом. Иди, а то вот Форест, а мы к Мии идем. К Мии, вот она Мия, вот она. Вот она такая же, как Татоша. Тоже Йорик. Татоша у нас, правда, Йорик покрупнее. Он у нас, она скромничает, она боится Татошиных размеров. Это Форест, а это вот игрушка Мии. Татоша, нельзя тебе игрушки, ты ж потом не отдашь. Вот, вот такой у нас солнечный день на площадочке происходит. Вот, субботний. Поэтому все хорошо. Все молодцы, все живы и здоровы. Пойдем, Татоша. Мы просто погуляем по площадке на поводочке. Пап тебя поддержит, так сказать, в целях безопасности. В целях безопасности. Папа тебя от твоего же характера охраняет, так сказать. Управляет твоим характером. Стойким и энергическим. Все, что ли? Ну, вот улегся. Ну, ничего, сегодня у нас банный день. Паша сказал, что у тебя сегодня будет горячий душ. Пойдем, походим по нашей площадке. Целую неделю мы на ней не были. Форест. Сейчас мы опять придем к Форесту. Ну-ка, Форест, давай еще один раз мы тебя снимем и выключаемся. На сегодняшний ролик у нас заканчивается. Вот Форест, ну, красавец он у нас. Он не подрос, а может быть чуть-чуть подрос? Нет, не подрос. Ну ладно, он достиг своих оптимальных, максимальных размеров. Ну иди поближе, иди, красавец. Иди, папа тебя снимет и выключается. Ладно, всем хорошего настроения. Пока.